Два месяца назад Анна Мусвидис испытала счастье материнства во второй раз. Это важное и трепетное событие для всей семьи, ведь впервые Анна стала мамой 15 лет назад. Сейчас счастливая семья пополнилась долгожданной принцессой. Имя девочки родители выбрали сразу. Соединив свои имена, Анна и Станислав, малышку назвали Анастасия. Безграничная радость после стольких лет снова окунуться в приятные хлопоты о маленьком человечке охватила всех членов семьи без исключения. Но кроме чувства огромного счастья быть мамой, Анна знает, что материнство – это еще и колоссальный труд и ответственность. Рождение, воспитание детей – это колоссальная ответственность. Ты же хочешь своему ребенку привить все самое лучшее. Ты заботишься, неважно, вот сейчас нашей Настеньке там 2 месяца, и сыну будет вот скоро 16 лет. Ты будешь за него переживать и в 16, и в 2 месяца, и в 30 лет, и в 40, как моя мама по сей день говорит. Вы все равно для нас дети, и будете для нас детьми. Изящно балансировать, совмещая в себе качества хорошей хозяйки и заботливой мамы, оставаясь при этом самой любимой женщиной, Анне с легкостью удается. Она успевает разобраться с домашними хлопотами, уделить время мужу и детям, не забывает при этом о своей работе. Декретный отпуск, хоть и вступил в свою законную силу, Анна и дня не может провести, не интересуясь, как дела у ее творческих воспитанников, по которым она уже очень соскучилась, ведь она руководитель студии искусств. Я даже не могу сказать, что разделить семья и работа. Потому что работа у меня – это то же самое, вот как и моя семья. Это моя вторая семья, мой второй дом. Мы даже так и с детьми называем – наш второй дом. Поэтому еще раз скажу, что приходя на работу, я отдаю все свои силы и также восполняю силы вот этими детками, которые честны, справедливы, все, что считают, то и говорят. Безумно их обожаю, люблю. 15-летний сын Владислав маму не ревнует. Он знает, что ее любви и внимания хватит на всех. Она доказывает это своими поступками. Материнской заботы, поддержки, внимания Владу хватает. Мама у меня очень добрый человек, очень ответственный. Мама научила меня многому, просто практически всему. Но самое главное, это с детства я из-за мамы, можно так сказать, увлекаюсь музыкой, то есть вот это самое главное. Прекрасно дополняют друг друга. Именно это первое приходит на ум, когда видишь общение Анны и ее мужа Станислава. Она человек творческой профессии, вдохновение, искусство, креативность, импульсивность – постоянные спутники ее жизни, в то время как он, ее вторая половинка, спокойный и рассудительный, но тоже творческий, нашел себя в IT-сфере. Их объединила настоящая любовь, которая с каждым годом становится только крепче. В первую очередь, моя супруга – это очень любимый человек. А в быту моя жена просто великолепная хозяйка, за что бы она ни взялась, всегда получается очень вкусно и красиво. А по поводу того, поменялись ли отношения и стали ли они крепче, они до этого были крепче, просто, скажем так, еще плотнее стал фундамент. Одна из главных миссий женщины – материнство. Быть мамой в окружении мужской поддержки и заботы в случае Анны со стороны любимого мужа и сына в разы приятнее. Она счастлива.